Мед не только вкусный, но и очень полезный продукт. В канун Медового Спаса пчеловоды из разных муниципалитетов представили свою продукцию на территории центрального рынка. Такие сладкие мероприятия проходят в городе уже 3 года подряд. Мы привыкли видеть в основном только мед, да, то есть, но как бы завоевывая местные рынки на сегодняшний день, мы сегодня видим достаточно большое и широкое предложение продукции и большое количество наименований продукции из меда. Наименований действительно много. Разные виды меда из разнотравья, липы, донника, василька, иван-чая. Встретить можно и прополис, пчелиный воск, соты, забрус – продукт полезный для горла, пыльцу – для повышения иммунитета. В семье Одинцовых пасека – семейный бизнес. Пчеловоды шутят. Производство безотходное. Пользу можно извлечь из всего, что производят насекомые. Одинцовы даже нашли свой рецепт вечной молодости. В шприцах они продают маточное молочко. Говорят, половины грамма в день под язык хватит, чтобы оставаться в прекрасной форме долгие годы. Недаром матки, которые питаются этой субстанцией, живут по 7 лет, тогда как обычные пчелы немногим больше месяца. Нейтрализует свободные радикалы, увеличивает продолжительность жизни человека. Так что от многих болезней. Вот у нас женщина, например, берет от щитовидки, очень помогает. При сахарном диабете уменьшается сахар в крови. Но полностью, конечно, не излечивает ничего от этого сахарного диабета, но стабилизирует. Мед – универсальный продукт. Из его компонентов делают мази, лекарственные препараты и алкогольные напитки. Стенд с этим натуральным продуктом особенно популярен. Месяц медовуха настаивается, еще полгода крепнет в погребе. Конечный продукт – 12 градусов, но похмелья, рассказывают производители, после выпитого не бывает. Алкогольный напиток, который пили наши предки. Вот. Из чего он делается? Мед, перга, пыльца и родниковая вода. То есть брожение происходит без дрожжей за счет перги и пыльцы. И он получается очень приятный и полезный, да. Пчеловоды из разных муниципалитетов делились своими секретами мастерства и хвастались передовыми подходами к производству. Ярмарка здоровья продлится в городе еще неделю. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.